пока в зеленой зоне нет благоустройства, сломаны лавочки, разбиты фонари, нет освещения, кругом заросли, разбросан мусор. На территории около 3 гектаров предлагают разбить сквер в честь основателя племзавода «Ирмень», почетного жителя Новосибирска Юрия Федоровича Бугакова. Мы не хотели создавать какую-то такую застывшую мемориальную зону для Юрия Федоровича, чтобы скорее это были просто какие-то отсылы, образы, нежели там застывшие формы с бронзовыми памятниками. Из необычных решений арт-объекты в тематике племзавода «Ирмень». По всему периметру скульптуры коров, информационный павильон в форме пакета от молока, тротуары и навесы над скамейками в форме пятен на шкуре коров. Зимой фишкой станет каток, а летом скейт-площадка. Юрий Федорович, первые наладили производство на территории своего хозяйства, производство тетрапака. Собственно говоря, если у человека жизнедеятельность была связана именно с этим, то мы вот такие вот артефакты, я бы сказала, арт-объекты. К этому нужно относиться с иронией, такой с хорошей доли здорового юмора. Еще, конечно, было бы классно, чтобы этот парк был в контексте того микрорайона, в котором он находится. Возможно, какая-то восточная стилистика, чтобы присутствовала. Какие-то предложения могут быть скорректированы и в плане зеленых насаждений, и в плане там установки каких-то мафов и площадки для выгула собак, которые там никак не будут приемлемы для жителей. Презентация проекта состоялась сегодня. По ее результатам решится судьба общественного пространства. Проголосовать и внести свои предложения по поводу дизайна нового сквера можно на портале «Зеленый Новосибирск» до 8 ноября.